Всем привет, друзья, канал Мусалим. В работе у нас Mazda CX-5. Автомобиль приехал к нам сделать шумоизоляцию салона. Салон мы разобрали, краткий обзор, штатная шумоизоляция. Пол. В салоне, видите, кое-где вибропласт присутствует. Двери. Голометалл. Пол в багажнике также небольшой кусок вибропласта в задней арке. Голометалл, ни единого куска, ни шума, ни виброизоляции нет. А это одни из самых шумных мест в автомобиле. Ну, крыша также голометалл. Подготовим поверхность и приступаем исправлять. Закончили клеить вибропласт на Mazda CX-5. Проклеен у нас багажник задней арки. Проклеен также пол в салоне. Обработана крыша. И нанесли первый слой вибропласта в дверях. Всего внутри слоя. Толщина его 2 мм. Продолжаем работу. Следующим изоляцией Mazda CX-5. Проклеены шумопоглотительные полы в багажнике. Проклеены задние арки. Проклеим пол в салоне. Проклеена крыша. Второй слой вибропласта нанесли в дверях. Толщиной 2 мм. Третий заключительный слой, который мы клеим в дверях, мы нанесли на дверные обшивки. Толщина его 15 мм. Собираем салон, проверяем. Автомобиль готов. Ставьте свои комментарии, подписывайтесь на наш канал. Всем пока!